Всем добрый день. Сегодня прогуливаюсь и снимаю ролики. Я пришел на пляж Дельфина и заметил здесь офигительные, извините за выражение, красивые волны. И не могу с вами не поделиться ими. Глаза разбегаются. Там дальше, мне кажется, они еще больше. А здесь сейчас какой-то перерывчик маленький. Поэтому просто релакс, просто волны без меня. Приближается. Вот она. Надеюсь, успею бежать. Вот приближается обалденная волна. Нет. Вот это. Забрусь на булыжники уже. Опасно. Только отошел от того места, и смотрите, что. Там еще идут парочка. Я полный кит. Смотрите, вот что идет, прям вообще класс. Все, походу, ступенек будет мало. Если бы я остался стоять на том месте, где я был, кранты бы мне пришли бы. Весь бы мокрый был. На горизонте приближается еще парочка волн.
поближе. На ступеньке успею убежать. Это пока маленькие. А вот теперь мы накануне грандиозного шухера. На центральном я такого не замечал. Предлагаю сменить место дислокации. И я знаю, куда идти. Нет, это не фламинго. Куда я залез, вам лучше не залазить. Но я еще до конца не залез, сейчас залезем подальше. Сейчас просто очень опасно, но потом будет очень красиво. Так, затишье. Перед бурей надо успеть. Я успел. И сейчас, надеюсь, покажу вам офигительное шоу. Мы с вами промахнулись. Телевизор. Ждем больших красивых роликов. Пока затишье. А вот и шоу. Ждем опять больших. Было две. Сюда мало. Надо ближе подойти. Очень не самые большие волны, но все равно красиво. Как всегда, когда я перебазировался, пришел сюда вот посмотреть на красоту, волны стали чуть-чуть слабее. Но мы дождемся. Успел. Это водное шоу из Лазовского. Волна была большой, но по факту брызги маленькие. Ну, волны, вернитесь, я все прощу. Это скромненько. Волны где-то там вот здесь, далеко от меня. Ох, там красиво. Ну,
Смотрите, мне повезло. Иду, иду в парочку, вот так на солнце. И убегаем отсюда. Должна нас порадовать. О, нормально. Последняя волна, я буду выходить отсюда. Вот такое вот шоу. Но шоу должно продолжаться. Поэтому мы пойдем на место. В ту сторону, где обычно я заседал. Где мой трон. Спрашивали, что тут копает. Я не вижу, ребят, что тут копает. Тут вообще ничего не копает. Хотя нет, вон, смотрите, какая-то фигня появилась. Да, да. Вот, смотрите. Вот что копает, наверное. Ну, я не буду задерживаться, сейчас я пойду подальше. Вот какая-то фигня. Напоминающая канализационный люк. Так, сейчас, наверное, будет все продолжаться. Что это, я не знаю. Сверху надпись «Да, долги». Не могу вам сказать. Заварено. Но что-то действительно здесь рыли. Что-то поставь. Ох, там красота-то. Даже сделали перед ней волнорезы какие-то. Непонятно. Ну, канализация вряд ли. Это быть, надо быть вообще смертником японским, чтобы сделать канализацию тут прямо в море. Тут будет сразу вот Роспотребнадзор расстреляет точно. Но что это? Ну, непонятно. Тут удалиться повыше, потому что вода. Вот там красота. Как бы вот так, ребят. Ну что, на этом пора потихонечку сматывать удочки. Всем пока, до новых встреч в эфире. Будем уходить огородами через трон. У меня уж, слава богу, опыт есть. Мусор тут по-прежнему валяется. Трон на месте. Как бы вот так, сказал я в очередной раз. Всем пока, до новых встреч.